Привет, мальчишки! Привет, девчонки! Так, это наша соседка Пигги. И, ребят, если вы помните, в прошлой части у нашей Пигги горел дом. Фух, хорошо, что у нее есть я, и я ее спас. Спас ее и ее родителей, и, конечно же, братика. Так, надо подкрепиться немножечко. Ребят, скоро Новый год. Ну, не у нас, конечно, а у свинки Пигги. Скоро Новый год. Надо... Сейчас я покакаю быстро. Пойду жопку помою в ванной. И рапс, буль-буль-буль-буль-буль-буль. О, все. Дай в зеркало на себя гляну. Ничего не видно. Так, ладно, ребят. Скоро Новый год, и я хочу поздравить вот таким вот большим-большим подарочком свою любимую Пигги и ее родителей, конечно же. Сейчас я пройдусь гляну, что у меня еще похавать есть. Потому что, ну, кстати, не кстати, а родители Пигги, ну, не такие же там прям уж этот самый, доброжелательные и гостеприимные. Поэтому лучше, знаете что, лучше я покушаю дома. Я лучше покушаю дома, а тогда... Тогда возьму подарочек и пойду до своей любимой подружки. Ну и ладно, подарочек я уже взял. Ребят, у меня, к сожалению, режим призрака не включился, поэтому я, если честно, немножко писаю. Поэтому, ого, блин, баг взял. Большой я баг взял. Поэтому меня свинка Пигги может поймать в любой, ребят, момент. И открываем, и заходим. Нам надо найти елочку, чтобы поставить подарочек для моей подружки прям под елочку. Да, ребят, да-да-да. Так, надо, правда, осматриваться. О, Джордж, ах, ребят, поймал меня. Так, ну, короче, получилось включить режим призрака, поэтому смело, ах, смело. Свинка Пигги, извини, пожалуйста, сейчас я вернусь быстренько, возьму подарочек. Этот подарок только для тебя, только для тебя. Эй, постой, ты куда? Ах, ладно, ребят, я же все-таки хотел сюрприз сделать, поэтому нужно как-то, ну, все-таки, чтобы она не видела. Так. Ах, люблю ваши гамбургеры, самые вкусные гамбургеры. Ребят, кстати, забыл вам сказать, кто еще не подписан на мой канал. А ну быстренько подписывайтесь, ставьте лайки и чё? И не забывайте про колокольчик, потому что видео выходят каждый день и каждый раз новые. Поэтому да. Так, ребят, ну я вообще-то думал, что елка у них будет на первом этаже. А у них елка, ребят, скорее всего, что под замком. Блин, точно, под замком. Мне же надо сначала ключ найти. Опа, папа-свин. Папа-свин, ты подскажи, где мне хоть ключ-то найти? Вот это игра. Вот это огонь, ребят. Смотрите, какая. Fun Idol Game. Так, стопы. Так. Ключик. Ребят, не повезет же мне найти ключик прям с первого-первого раза. Так, второй этаж, это второй этаж, ребят. Это второй этаж, и мы ищем ключ и ищем дверь. Так, быстренько, мы все, бежим. Вот как в нее играть, реально, если... ну, если не в режиме призрака, потому что это вообще нереально. Они настолько быстро ходят и настолько быстро находят меня, что мне вообще очень сложно. Так, ну где ключик, ребят? Обратно все комнаты придется шарить. Ух, не люблю я эти головоломки от Пигги и ее семейки. Вот пойду сейчас вниз искать ключ, потому что внизу я еще не везде был. Папа свин, где ключ спрятал? Сейчас, ребят, я каждую комнатку прошарю. Хочу вам сюрприз сделать, но... Не все ж так просто, да? Вы ж ключ как запрячете, я до елки даже не доберусь. Где может быть ваш ключик? Так, это уже, ребят... Вообще могут спрятать в гараже. Будет вообще прикол прикольный. Так, здесь что? О, здесь... Так, тут тортик есть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, здесь что? Так, здесь уже выход. Не, выход меня пока не интересует, ребят. Здесь ключ точно, нет? Эх, нет, здесь только блинчик. Ладно, значит все, ребят. Значит все. Тут я был. Это кухня, да? Значит, иду на второй этаж. Второй этаж еще не полностью мною изведанный. Заглючила. Так. Ага, видите, я здесь был. Я уже здесь был. Я вижу по открытым дверям. Это мой почерк. Так, и там я тоже был. Значит, я иду смело, ребят, на третий этаж. Иду я на третий этаж такой себе. Бац. Конечно же, возьму. Где же они могут спрятать эту дверь и этот ключ, а?
Где хочешь, может быть. Они такие, ребята, интересные. Так, значит, мы идем сюда. Папа Свит, ну что за головоломки ты устраиваешь своему соседу, а? Не стыдно? Ах ты, жирный, толстый хрюндель. Так, так, что здесь? Здесь я выходил, да? Ладно, ладно. Комната у вас тут капец-капецный. Потеряться, заблудиться, что только можно сделать у вас тут? Так, где ключик? Может, ребят, будет елка просто стоять? Фиг там, вон, видите, какое замище. Ладно, сейчас поищу. Мне кажется, что может быть и на четвертом этаже, но это было бы вообще очень, да, легко. Ну, хотя же легко не было, потому что я все комнаты бегал уже. Кстати, может быть вот здесь. И рик, рик. Нету, ребят, ай-яй-яй-яй-яй. Может, ключ в мусорной... в мусорном баке, может быть? Хм. Так, там все же бегал, да? Нет, ребят, так, ладно, здесь. Опача, это что такое? Чудо техники какое-то. Я такое не видел. Так, тут, да, я заходил сюда. Так. Сейчас еще две комнатки здесь есть. Ну, ключик, ключик, золотой ключик. Блин, ребята, нету ключика, вы прикиньте. Так, 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 мама свинка. О, давай, 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 давай. Ребят, я зашел. Подарок. Я оставил подарок, ребят. Теперь я жду маму свинку, и мы валим отсюда. Yes! А что есть, ребят? Я все уровни прошел. Вы представляете, уже 15 левелов, и Пиги Neighbor Family Escape пройден полностью. Фух, как круто! Я, кстати, очень даже рад этому. Да-да-да, мы закончили! Кстати, можно назвать, да, сегодняшнюю серию финальная серия. Ключа я, кстати, не нашел, но дождался под дверью... Кстати, это можно считать багом, да? Под дверью маму свинку. Было круто, ребят, было круто. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мои хорошие. Увидимся еще с вами. Пока-пока. Свинки, мои любимые соседи, выходите из дома! Быстрей давайте! Джордж, ты чё тут делаешь, братан? Вали отсюда! Тут пожар! Все в дыму! Все здание в дыму! Так, ребят, здесь пожар, все! Мы прям добежали до огня! Я не понял, где огонь, папа свин? Где ты? Так, ребят, смотрите, ничего не горит, я не понял. А что горело-то, ё-моё? Ау! Все на месте, ребят, все, пожара не видно. Ванна? Не, ванна не горит, ребят. Еще две комнаты надо проверить. Срочно, срочно, ребят. Где пожар? Тут не вижу. О, вот пожар. Ребят, срочно тушим пожар нашим любимым соседям. Так, а как тушить? Ау, огнетушитель. Ребят, я сейчас забегу прям в огонь. А, вот он, все, тушится. Фух, ребят. Мы с вами молодцы. Yes, мы сделали это. Так, фух, ребят, я надеюсь, они меня отблагодарят. Свинка Пеппа, иди поцелуй своего героя. Давай. Ой, какой вкусный пятачок. А, спасибо тебе. Да ради тебя я на все готов, свинка Пеппа. Фу ты, Пиги. Так, ребят, ну надо ж подумать, из-за чего произошла эта вся поломка, да? Мне интересно, почему загорелся, ребят, последний этаж. Нам с вами надо это выяснить. Так, это что? Да понятно, куча масла у них, ребят, тут раскидана. Мне кажется, нам с вами сразу же надо идти. Тыщ. Опа, папа свин, откуда пришел? Так, нам надо, ребят, сразу идти наверх, и мы поймем, в чем же там дело. Так, моей подружке и друг пошел, свинка Пеппа. Так, реклама выскакивает постоянно. О, мама свинка прям аж подгоревшая такая. Стоп, стоп, стоп. Так, ребят, пожар был вот в этой комнате. Что же здесь такое произошло? Надо выяснить. Надо, ребят, выяснить, почему был пожар. Так, когда ж тут выяснять, если хочется тортик скушать-то? Хм, странно, ребят, здесь ничего. Ой, молочком запью. Так, надо подумать, подумать. Блинчик.
Ёлки-палки, эти свинки оставляют разные вкусняшки. И манят меня, и манят этим. О, мама-свин. Привет. Привет тебе. Так, кто здесь? Кто здесь, ребят? Так, Джорджа. Рыбка. Так, мы, короче, здесь все осматриваем. Так, я там был. Там тоже я был. А чё закрывается дверь? Надо не закрывать. Так, я не понял. Там я тоже был, а здесь? Так, ребят, кажется, я... Ой, пришел отсюда. Значит, мне можно выйти сюда. По новой дороге пойду. О, видите, не зря я сюда притопал. Вот замок на третьем этаже. Так, здесь таится какой-то секрет. Так, ёлки-палки, отсюда я не выйду. Так, ладно, пойдем, значит, оббежим. Бенч. Так, папа свин, ты в туалет? Ух ты, пончик. Вылетаем и бежим. Так, ребят, нам вниз надо. Ой, блин, не сюда, это же я двери открыл. Нам сюда. Так. Ух, смотри, мама свинка вообще сквозь дверь проходит. Пип, Пигги, привет. Ключик, ты не подскажешь, где ключик? Вечно вы спрячете. Джордж, где ключ? Признавайся. Хрюндель, ты малолетний. Тут нету, ребят. Тут. Здесь выход, да? Да, здесь. Там нету, случайно. А ну что здесь вы прячете от меня? Кусочек тортика. Пончик. Книжки какие-то. Мне пока что ничего этого не интересно. Мне интересно знать, где вы спрятали ключ. Так, ребят, здесь я еще не везде бегал. Так, вот эта комната меня еще интересует. Открывайся. Эч. Так, я даже уже тортиков не хочу, вы меня замучили уже. Свинючки малолетние. Так. На выход идем. Так, а здесь выход есть? Есть, ребят. Все, мы тут были. Надо вниз. Фиги, да, я первый. Все, ребят, мы на втором этаже и будем искать здесь. Так. Интересно мне знать, кто же, куда спрятал ключ. Нам надо выяснить причину пожара. Очень. Так, еще есть комнаты? Так, в ванну. Мама свин пошла в ванну, и я за ней. Так, где ключ? Нету ключа. Так, ладно, еще я здесь поищу чуть-чуть. Мне кажется, я что-то пропустил. Так, нет, тут нету. Сейчас вот эту комнату еще промониторю. Так, опч. Очень все странно, ребят. Где же они могли деть ключ? Неужели аж на самом первом этаже? Ё-моё! Я поднялся аж на четвертый. В надежде на то... Смотри, аккуратней там. Так, чувак, отвались. Лама выскочила. Управление, ребят, заглючило. Стой. Братан, стой. Чш. Фух. На первый этаж надо бежать. Бинг. Ключ где-то здесь. Я его просто не увидел. Где-то должен быть на видном месте. А ну. Вот он, ребят. Прямо у входа был ключик. А я его искал, бог знает где. Ускоряемся. Потому что это еще не значит. Ключ я нашел, да? Но это не значит, что... Так, блин, где-то лестница. Так, нет. Нам сюда? Да, нам сюда. Так, нам сюда? Не, кажись, нам не сюда. Нам вот сюда. Опа, здрасте. Бородавочники. Здорово. Все, ребят, я на четвертом этаже, и теперь мне надо куда? Ну, конечно, сюда. Потом налево. Пипа, привет. Так, ребят, вот здесь они спрятали все свои секреты. Но у меня теперь есть ключик золотой. И я, побач, найду, в чем причина. Ёлки-палки, это еще не конец, друзья мои. Теперь. И надо починить, все починить. Почини трансформатор. А где он, кстати?
Я, если честно, не сильно знаю, что такое трансформатор, знаю, что это отвечает за свет. Штука. А где она у них находится? Вот здесь, наверное. Точно, ребят. Точно, точно, мои хорошенькие. Есть. Ху-ху. Все, ребят, фух, я прошел две сложных супермиссии. Я спас свинки Пигги дом от пожара. О, свиньи должны быть мне благодарны. Все, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.